Че, фулрейт можно принимать КД, да? Да, принимаю КД. Больше, чем магов, а нет. Столько же. А кто такой Красен? Это тот, кто... Асен, ты зашел или нет? Где он, блядь? Блять, не вижу. О, нахуй. Шаму. Там Убивантус, если чё, протопал. Я уже всех мышей, блять, поубивал целка, вот где? И сумонься. Все, у кого в Дисе не ники, которые в игре переименовали. Чтобы я понимал, блядь, кто в Дисе, а кто нет. Но создаете нахуй 250 ников нахуй разных, а потом ищи кого сыщи. Dead Inside, например. Может, разбьете? Пока мисс еще нет. Там убитый трэш. В смысле, он сохранил ствол ДД убитый. Нужно больше ярости. Я что-то Лока не вижу, есть тут Локи? А вот есть. Нет. Ого. Ну, вот теперь ты зашел. Так. Давай. Сумонимся. А Тоха Вена это кто? Тухлая Вена это чё, блядь? Дурачок какой-то. А, Тоха, вот. Принимайте сумму. Принимай сумму. Ау. И один приход за весь завязал. Тебе отдать обратно? Хуёво, чё? Вот что ты завязал один приход. Ну, свой. Значит, ты не отыгрываешь, но. Согласен. Тебе отдать? Тыкаем на сумму, чтобы встали постоять. Что ты сейчас будешь юзать, я не пойму. Не будешь ДПСить или чё? Буду. Ну вот именно, значит, оставляешь приход. Припот вам удается, чтобы побольше выдавали ДПС. А можно мне мою эту, как она, дикой магии помилу, попробовать херня? Поставь мне, пожалуйста, ГБ, я... На. Но у меня ГБ нету. А кто танчит? Поставлю. Ты танчишь кто? Да это понятно, а кто кроме меня? Ну посмотри на рейд. Убивантус. Я вижу, там вот мастер и мамлол, и Убивантус там. Что такое там мастер? Тыкаешь кнопочкой на ник, если на нем агро, и на тебя моб перетаунить. А мамлол, ты в Дискорде? Так, мамлол, да, в Дискорде. А, он просто подправит на мнистовством. Так, чулан, давай к нам, ребята, 24 человека тебя ждем. Умонимся. Давайте оперативнее, даем в звезде обмен, подаю фласки припот. Дикой? Угу.
Да, можно. Кастуй, если можно, побольше. Чем тебе хаста, у тебя так и херова туча. Ты уже когда не упираешься? Нет, не упираюсь вообще. У тебя хасты? Спонсор ваш лопасос. Кукулин. Кстати, благодарите его и уходите нахуй. Я дикой. О, великий лопасос. Весь рейд тебе благодарит. Если у Бивандуса танк хороший. Давайте дальше. Это кто, блядь? Тех слов, это кто? ЧП. ЧП, да? Блин, он мне нравится. Просто ники, которые не знакомы, я не могу сразу раздать то, что надо. На хосту. Чё, кому-то хосту. Что-то надо вперед. Кидаем. Оперативный топ. Чё, кому надо? Так, Роман Станг. Это кто? А сколько хосты максимально? 1400? Чтобы в ГКД не упираться. Шредов, дикой. Я не помню. Хоста. Дикой хоста. Будешь хостой. Не минусы, а берем и про... Мает вас ПС, ребят. Мне питона. Чего, блядь? Чего обмен? Кому? Кто что-то не получил? Обмен везде. Оперативнее, ребят. Не теряем время. Сомервиль. Мак. Дикой? Или хоста? Нахуй не отвечаешь? Ну, понял. Дикой. Дальше. Я бизнес. Шаппер, Мак. Давай мне. Дикой. Хаст. Угу. Ты где-то не есть. Дальше. Ты дубил минус две. Чё, кому-то надо, получаем. Тухлая, это кто? Хил? Угу. Чё, кому? ЕП не за КД, ЕП за вложение в ГБ. Максимально в неделю 500 ЕП. Если вы не читаете текстовые каналы в DC, это уже ваша проблема. А если это то, что-нибудь положим, мне дадут ЕП? Надо мне отдавать это, по факту. Прочитай. Это не только, что вы просто положили. Это этим занимается Void Defender. То есть Void наш. Ему пишите, что хотите помочь в гильдии. Смотрите эквивалент, который в текстовом канале в DC. Эквиваленту этому соответствует ЕП. Дальше. Все получили, соответственно. По бафу. Так, кто у нас там? Убивантус у нас танк, я правильно понимаю? Раздаешь всем прото. Так. У нас 3, 5 паладинов. Так, Пчелкин, с тебя МП5 по всем. С меня кулачки. Дальше. Шреддер, МЛ-лол, с вас каски по всем. Раздали. Я тебе так скажу, локом очень сложно каски давать. Вместо Шреддера на кого-то на каски посадил, он же не напали. А. Роман, блять, Роман Страх и ММЛОЛ. Или кидай ему 500 ГП за то, что касок нету. Согласна. Так, разбафали. Те здесь? Пошли. У меня креста нету. Мне похуй. Боешки уходят в ГБ, не забываем цукашную. Убиваем сначала Валик, идем дальше, чистим Лану, убиваем Синдру, убиваем Лича. Получаем ЕП, расходимся. Соответственно, при этом разваливаем шмот. Бьем Валькирию. У вас нахуй две Валькирии, если...
ауру света. Вторую валькирию. Доливаем. Идем на кровавый квартал. Что ты думаешь, один быстро бегающий? О-хо-хо. И не забывай, что у меня еще спринт есть. Ой, не забывай, я паладин, блядь. У тебя спринт 15 секунд, а я потом марафонец догоню их. А почему паладин быстро? Проверяй. Перегонишь меня 500 гп. Что? Я понимаю, а как это связано с лором? Ты поздно сказал. Погоня за справедливостью, талант предки. Как это связано с лором? Клеймо на жопе у них. Они бегут. Петуха за справедливость. Вот тебе и весь лор. Так, Пчелкин, ты перебил усилки? Да, я на инту забил. Блять, точно, усилки. ТП-шнулись, перебили. Здравствуйте, приехали. После каждого зломана есть кто-то, кто не перебивает. Тут хорошо живется Варом, Мишком, Эбиком. Да, так. Слапайтесь в корову. Ветры паладином, танком. И всем латникам. Всем латникам и танкам. Заебись, живет. Не вы БДК шарнее, чем Анхолик и Фрост. Шреддер поставишь? Все улетели перебиваться, или вам надо портал поставить? Я ебал, я фростом буду. Шкаф, Шреддер. Для... Кого сумон плюс чат? Кто еще не перебил? Тыкаем, на сумон не стоим, блядь. Вы посолстите на этот припота или не на? Сейчас тебя разбафуют. Надо, нет? Есть? Дикой нужна? Угу. Так, сумоньте, рыбу ешьте. Тактики сейчас объясню. Мидвей и Войд. Вы здесь? К сожалению. У меня к вам огромная просьба. Я желаю всегда видеть Оби-Ван Тусов танк. Ну это ты к нему обращайся. Ничего бы он танчить умел. Он сопротивляется. Вот, а вам он не сможет сопротивляться, потому что я тоже не могу. Понял, Бивантус. Чекай, сова. Сопротивляйся. Меня также в ДЦ затащили. Ну, что поделать, я вступил в ГИ фуриком и протоваром 230. Танчил ЦЛК 10 оп, протоваром 230. Часть боссов. Танчил Халиона протоваром 245. Так, дальше. Кто не был ЦЛК вообще? Или тут не был в целка, не знаю, тактик на боссов. Плюс чат. Красен. Сомервиль. Можете ГПшечку против тем начислить, кто пиздит. Где-то, наверное, по косарику, да?
Че ты лаг хватит? Какой? В прямом смысле. Что? Да запрос, то ёпта так. Мы два, может быть, как-нибудь договоримся. Так, далее, соответственно, Сомервилл и Кайсен слушаем. Стоим все под боссом, соответственно, далее. Тут будут укусы на вас это не кинутся, это возможно только в последний момент. Но если кинут на вас укус, что надо будет сделать? Объясню, ладно, заново. Как его? Будет босс кастовать 3 коста поначалу. У нее у босса есть наземная фаза, есть воздушная. Соответственно, на наземной фазе босс кастует укус на того, кто в топе по ДПС. Тот будет раскусывать остальных людей нашего рейда. Соответственно, укус висит минуту, а потом дается 10 секунд, чтобы укусить другого. Если этот... Соответственно, если не укусить, босс берет тебя в контроль, тебя придется убивать. Скорее всего, в нашем случае сейчас вайп, потому что много новеньких, я не знаю, сколько кто даст. Далее. Соответственно, тот человек, на котором укус, когда дебаф пропадет, соответственно, у вас будет 10 секунд, чтобы укусить другого, у вас пропадет стандартная панель скиллов. Соответственно, первая панелька, в которую вы заходите в WoW, начинаете игру вообще в слово. Соответственно, пропадет все скиллы, останется один скилл на единичке. Что вам надо сделать? Выбрать таргет. То есть выбрать, щелкнуть на человека в таргет и как его... Нажать на единичку, и чтобы цель должна была быть перед вами. Надеюсь, понятно. Дальше. Второе. Будет босс кастовать пакт. Пакт. С пактом нам не надо будет сбегаться, потому что мы стоим все под жопой босса. Далее. Босс будет кидать на рандомного человека тени. Дебаф тени. У вас будет фиолетовый экран, соответственно, ник я буду анонсировать в диск. Вам что надо сделать? Выбежать по стенке, разлить эту лужу. Соответственно, стенка справа, слева. То есть вы убегаете сразу в бок. Примерно это как в центре мы стоим. Вы должны будете побежать вот так. С метками. Раскину. Соответственно, вот ваша траектория. И побежали дальше печенькой вот сюда. Примерно до звезды, пока не разольется у вас дебаф, не пропадет теней, которые будут у вас около вашей категории. Соответственно, вы разолили, возвращаетесь обратно в рейд. Дальше. Соответственно, у босса на первой, на наземной фазе это все. Соответственно, далее воздушная фаза. Босс перестает бить танков, соответственно, как его? Подходит в центр. И взлетает. Перед тем, как она взлетит, она теряет полностью весь рейд. Соответственно, присты. Кто у нас ДЦ? Варшок. Варшок на себя. Антифир и диспелиш. Масс диспелиш рейд. Соответственно, далее. Когда она взлетит, она будет кастовать кровавый вихрь или что-то в этом роде. Каст называется. Он дамажит по рейду. Соответственно, если вы будете близко друг к другу, не на рейдже 10 метров друг от друга, вас будет жестче продамаживать. Здесь понятно. Соответственно, и вы, как видите, центральный кружок, вы оставляете хилам, остальные ДДшники, РДДшники, вы набираете рейндж 10 между друг другом. Хилы стоят, хилят. Если какой-то нахуй ДДшник будет у хилов, я начислю ему ГП сразу же. Здесь понятно. Соответственно, кого кусать, я тоже также буду анонсировать. И далее босс спускается, и все так же, как и делаем на наземной фазе. По тактике я объяснил, чек на готовность. Фласки пропили. Но подсос, что не хватает? Каску дайте по друиду, быстрее. ММЛОЛ и Романстанг. Рыбу поставил вам еще одну. Если надо, ешьте. Еще раз чек на готовность. Все готовы, отчет на пул. Танки у нас Авинар и Убивантус, на пул на Авинар.
Так, укус на турбо. Турбо, куда кусаешь дальше до Энема? Морфис. Угу, молодец, кошем забрасывает, правильно. Красен, подойди ко всему рейду под босса. Красен, подходи прямо в турбо. Турбо ДНМ не забудь. Турбо царя ДНМ. Я Бизик. Роман Страх. Роман Станг. Короче, будешь Роман, блядь. Мидвейн, назови меня, пожалуйста, Влада. Наркоман. Шаманы тотем и трепета поставили. ДНМ. В центр сбегаемся. Маз диспел. Ринджу набираем, хила место оставляем. Быстрее. Там, этот, прошу. Раскусали. Ахилл рейда. Бузер после кровавого вихря. Вставай, быстрее. Рахил шамана. Под жопу босса. Роман Станг. Вышел. Отлично. Турбо. Кусаешь Джованни. Царь, кусаешь Вайда. ДНМ, кусаешь Шансунга. И Абизик, кусаешь Дикость. Рабафали шамана. Бой. Куда ж ты так побежал, родной мой человек? Отлично. Раскусали. Отлично. Дальше. Блять. Сейчас скажу. Я тебя укушу. Короче, кусайте 8 дд. Любых 8 дд, не забываем. Медведь, не кусайте его, этого кусай. ЛРР кусает ДНМ. Да, вы можете не говорить, ребята, кусите кого успеете. Ренджу набрали. Ауру тьмы дали паладина мне. Быстрее. На ком тьма висит, аура паладина. Блять. Хуёво, прохил. На а жопу босса быстрее. Готовимся кусать. Раскусали. Блять. Геру. Дикость плохо. Я говорю, 8 за этот ДДшников дикость. Там уже кого успеешь, того кусил. Шарпистол выбежал, отлично. Тапчик. Там кто успел, тот и съел. Главное, чтоб, блядь, не хилов и танков. Кто там, блядь? Войд. Я хила укусил. Кто там должен был выбежать?
что-то у меня пролагало. Дико связь, резко. Царь вообще не видел. Так. Кто мне вчера сказал, который одевается турбо, спасибо вам, ребята, ДПС реально вырос. Так, угасающий свет. У кого не стоит аддона и ПГП лутмастер? Ой, ты про что не видел? Посох, кому нужен, плюс чат. Из тех, кто не видит табличку. Кто не видит табличку лута, блядь, и ПГП лутмастер не установлен аддон. Если посох нужен, блядь, проще. Шредер плюс аддон. Шредер. А он один, думаешь? Ну, вроде. Гасающий свет нужен кому-то или нет? Вон Тоха, я вижу, мой инспек. Портал Шредер. На Синдру вроде... А, нет, там трэш. Шредер выше, прежде. Бля, Шредер. Отдаю престол. Ну что, у тебя как твинк идет. Так, Тоха. Мой инспек. Так, паладин женщина книжник Токена. Кого нету, у кого не выскакивают таблички, плюсы в чат ставим. Ну, у тебя... Так, Варшок, где тоже? А, Чулкин, 5.65. Чок, 5.65. Слушай, а табличка должна с любой шмотки вылазить, даже если не твой класс? Да, если на твой класс только она. Так, Варшок. Ткани, латы тебе не покажет. Варшок был выше. Так, воин, охотник, шаман. Красен тебе надо или нет? Если надо, плюсуй токен на освещение на 264. Дайте перо, маги. В следующий раз скачайте аддон. Пускакивал. Трэш бьете, нет? Угу. Уже весь убили. Стоим, ждем. Да, ты один. Я пойду лутать тогда, чё? Беги быстрее. Видал, как бьём? Ну, молодцы. Костры разложили, тут были бить. Ты прям как Войт, по тапкам и на пи пошёл разливать. А, там же надо бежать. Да, да, в комнату. Забыл я нахуй. Так, чё у нас там? DPC. Ну нормально, 8 дал, в чём проблема? Ну тебя просто вчера, ну я шею грейднул, с кузню докачал, две дырки вставил, и там ребята мне показали. Танк. Соответственно, если ты играешь фаермага, можешь... Посоветоваться с Турбо. С Турбо, если что, тебе поможет. Вчера, с помощью ребята, смотрите, да. Также, если кому-то нужна помощь по классам, смотрите, тоже поможет. Жди текстом канала. У тебя турбо. Еще сильнее ДПС повысится, если ты метасокет себе поменяешь. Вот я тебе отвечаю. Да. Хотя бы на такой вот. Или скиллы последнего уровня на панель вытащить, да? Ой, ну все, началось. Давай, вот все. Ну начало. Режь меня, кстати. Сука, промазал, плеснет. Так мне шмот с духом же не нужен, по идее. Камикадзе. Эреса. Сука. Вот это подлость, блядь. Яички, блядь. Ты ничего не докажешь. Вот это, сука, реальная подлость, блядь. Никто ничего не видел, блядь. Ничего, что это транслируется на YouTube, блядь. Да, кстати. Теперь звезда. А, сука, подлый, блядь. А, какой, дай, Анджипсон. Я никогда не понимал, почему ты в юбке ходишь. Это, ну, блядь, он в душе член другие. В штаны не помещается. Это халат, ёпта, ты чё, нахуй?
Убиваться тоже в халате, бля. Все здесь идем или нет? Чем мы время проебываем? Да, заходим. Смотрите, я по воздуху хожу. Это не надо было. Сейчас тебя мобы спустят. Дома. С небес по землю. А, лодку забыл, да. Танки ловим, трэш. Ловим, трэш. Быстрее. Где там Сомервин? Где, не вижу. Где я? Сука. Где этот ник? Вон. Хотя бы такое ставь, если у тебя сольки есть. Крита больше. Я буду защищать вас от маленьких паучков. Да ёпта, словите вы с турбо паучка нахуй, чё он бегает-то, ёпта. Быстрее его ешим. Да, я вспоминаю, как у нас ДПС не хватало этот ивент пройти. Да, отходи. Ловим. Один слева, другой справа. Прохил танков. Играем по трэшу справа. Левый прохил. Алису прохил. Бивантуса прохил. Станы даем. По тем, кто крутится. По левому играем. Ой, опять меня без МК оставить. Ироды поганые. Как в РСке было хорошо. Ну что, упало с РСК сегодня, что? Ой, запы, по-моему, кольцо хиловское и... Апокалы. И на танк, по-моему, вот, да? На ретрика. На ретрика, да, точно. Я просто посмотрел не на кастера и не задумывался. Ловим. Бум! Как герой умер. Бада бум. Да, прям на 62к прилетел. Харю. Ловим танки.
Порезали. Там Джилс, если что, возле лифта стоит. Ну, а могут поставить этого, мамонт. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи, спокойной. Давай, спокойно. Так, ДК у нас один, соответственно, агри по одной. Броня. Войт, приведи, пожалуйста. А турбо осколка не было, да? Одну сторону? Да. Нет, не было. Потом вторую зачистить. Короче, чистить трэш я сейчас приду. Вы там половиночку забыли. Алиса, не агри сразу, пожалуйста. Там сейчас через секунд 10. Спасибо, все. Десять секунд как-то очень быстро. Да, души не собрать, а у Еды маг летит с мобов, не собрать души. Потому что урон летит, сбивается каст. Души на шейнке, Миша? Посох. На касте. Посох. Они разве не засчитываются просто автоматом? Не-а. На обычный шейн, надо каждый раз юзать. А на кастерке надо юзать. Челан, кстати, не узнавал, сколько стоит квесты им ждайны. Не. Здесь и там впереди 50 осколков, которые собирать месяца 4. И учитывая еще очередь. О. Турбо, это что тебе получается, как ты сделаешь это 50 осколков? Тебя еще не надо поздравлять? Потому что у тебя квест, и там уже Джайны нету. Ну, насколько есть. Я помню, как только он вошел в посох, этот вышел, тут турбо купил. У меня есть квест, и там уже Джайны. А можете линкануть посох? Квест, и там или посох тебе нужен? Посох. Посох нет, кто линкануть. Даже в этом нет лотлосурти.
Нет, там нет. Да настолько секрет. Вес. Ой, да ладно, они за ЭСОК заскриптовали путеводитель. Я удивлен. Там половина этого путеводителя не работает. О чем тут? У тебя есть путеводитель, у меня нету. О, зато вот у меня атлас. Поняли, да? И там в атлас то же самое, только лучше. Мне через путеводитель очень удобно, я вообще не могу включенный. Да он при комбазе еще багается, как и все, в принципе, что перенесено. Тотем офф. Желание, да, это дом. Ну, фильтя лорейд. Лол. Уберите тотем, она тотемы бьет, но... Погибли. Маленькие дракошки, милые. Мертвые. Тебе все мертвое, по-моему. Милые. Андеды те милые. Блин, мертвых. Пишите. Войд-войд, снимай. Вот я бы сейчас блеванул, но меня Мидвей попросил. Он на ФК. Блюй. Снимать, говоришь? Чё так медленно? Он наслаждается процессом. Это он удовольствие растягивает. Все, он это убежал. Я, конечно, понимаю, что тебе хочется пол потрахать, но завязывай. Займись. Ты палишь. А то на видосе не пойму. А, так. Все, зачистили. А. У меня найдется все, что тебе надо. Оба танки, обмен дали, дам по сопроту. Тактику объясняю. Те, кто не были на лане, явно тут тоже не были. Все объяснил. Ну, че, еще кому? Так, это иду на минутку. Так, это кто? Лиса, ты давал, да? Убивантус, дай обмен. Звезда. У лестницы. У лестницы. У кого нету здесь танков? Сопротов, быстрее только. Оба танки под сопротами здесь. Убивантус, сопрот есть? Сначала влево, потом влево, потом в центр. Убивантус, ты меня слышишь или нет? Убивантус. Да, я слышу. Но он в Дискорде, он ничего не говорит, мне не отвечает. Плюс чат поставь. Он тебя замутил. Убивантус, плюс чат поставь.
Все, он написал плюс. Как-то у тебя с реакцией очень туго. По-моему, у него лагает. Ну, я не знаю, что у него. Так, стыдно по тактике. Босса также... Есть первая фаза, на которой есть наземная фаза и воздушная фаза. Есть вторая фаза. Соответственно, первая фаза. Босс оттанчится в центре, по вам поставит. РДД, хилы стоят примерно где-то... Иди в жопу, блядь. Вон Алису иди потрахай. Она хочет. А ты откуда знаешь? Ты смотри под левитацию, что он делает. Так, соответственно... Чего странный очень человек. Где-то стоите вот здесь. Далее. Босс будет кастовать освобожденку на четверых людей в рейде свыше 10 команды. Соответственно, кто бьет магическим кастами и хиливает. С освобожденкой максимум... давайте 3-4 стака. Максимум 3-4 стака. Соответственно, кто умеет скипать, может набирать больше. Кто умеет ее разряжать правильно. Далее, милишники, для вас как его? Максимум 7 стаков обморожения. Если кто-то не знает. Далее. Соответственно, босс будет притягивать на наземной фазе. Вам надо будет отбежать к лестнице. Иначе вас просто шотнет. Дальше. По, соответственно, наземной фазе здесь все. Это на первой фазе, наземная фаза, все. Далее, будет воздушная фаза. Все отбегают вот примерно где-то вот здесь, вот где бегает. Да. Будет кидаться 5 меток. Пойдите, толпу залечу, чтобы этот ебаный трахарь лёг, нахуй, меня не нашел, блядь. Так, соответственно, 5 меток сейчас я поставлю. Ориентировочные метки... Как должны стоять 5 человек. Идите нахрен с моей левитацией, или сейчас пристану на чистую нахрен ГП. Я не в настроении, ребят. Так. Правильно. Так. Так, давай сейчас включим. Соответственно, вот 5 меток примерно, где должны стоять этот. Метки. То есть вы не выбираете под какая метка на вас висит сверху. Соответственно, вы бежите, делитесь местом, если вы добежали, к примеру, добежали вот сюда быстрее, да, здесь стоит человек, вы бежите сюда, отсюда бежит еще один человек, вы можете уступить, то есть сместиться на одно место. То есть можете уступить это место, к примеру, или здесь, другому человеку, чтобы ему не бежать через всю карту и не заморозить людей. Соответственно, на воздушную кидается 5 меточек. 5 ников я буду произносить, 5 меточек, 5 этих людей должны выйти в эти 5 3D-шных метки. Без разницы, какая метка над вашей головой. Вы должны выйти и набрать рейндж между друг другом, или иначе вас шотнет. Если вы будете достаточно близко к этим меткам, вас заморозят так же, как и их. Соответственно, отбежали и заморозило, и мы за ними прячемся. Будет босс кидать на воздушной фазе 4 бомбы. Бомба будет подсвечиваться, такой светлый кружок, соответственно. От него вы должны спрятаться за глыбой полностью своим персонажем. Иначе вас может шотнуть, или вы получите просто дамаг. Ориентировочно я буду говорить лево близко, лево далеко, по центру близко. Надеюсь, понятно. Соответственно, босс спускается, все начинается, все то же самое. На воздушной фазе, пока мы прячемся, вам надо подбивать глыбы. Вам их нельзя убить, только вы убиваете глыбы, полностью сливаете их по моей команде. До этого момента вы подбиваете их без дот. Надеюсь, понятно. Соответственно, далее все то же самое. Будет наземная фаза, воздушная фаза, наземная фаза, воздушная фаза. Пока мы не дойдем до 35%.
Дальше. Босс не будет взлетать. Начинается вторая фаза. Будет также освобожденка, обморожение. Соответственно, босс не будет взлетать, будет настакиваться у рейда таинственная энергия. Также будет освобожденка, обморожение, также атака мы особо сильно не стакаем. Далее, будет таинственная энергия, будет одна метка, будет кидать босс на рандомного человека в рейде метку. Соответственно, по команде. На центр, если я говорю, соответственно, этот человек должен войти чисто в печеньку. Соответственно, ориентировочная. Центр – это печенька. Если налево – это звезда. Если говорю «нахуй убегай с рейда», значит убегаешь в любую другую сторону от рейда. Только не к танку, пожалуйста. Соответственно, если… да, не к танку и не близко к боссу. Если босс сойдет с места, и получите ГП. Дальше. Соответственно, если на вас настакивается таинственная энергия, чтобы ее сбросить, этот дебаф, вам надо зайти за глыбу. По тактике я вам вроде все объяснил. Соответственно, чек на готовность, рыбу поели, штрудели вам ставили, маги? Нет, поставил. Турбо, поставь еще, пожалуйста. Или кто там? А, вон, Сомервиль. Тыкаем на столы. У кого нету маговских трудилей, нахватаем аж 80 штук. И когда мы сейчас будем пулять босса, должны подойти вниз, соответственно, продать этот штрудель, кроме хилов, хилы захиливают. Все остальные едят штрудель, кроме также МТ. Надеюсь, понятно, чек на готовность. Все готовы? Запускай. Спускаемся вниз. Иди на штрудели уже. Штрудели кушаем. Хилы прохиливаем рейд. На полный винар. Убивантус, твоя задача кидать на Ивинар Глайн Свободу. Краусен, а тебе дебаф больше 4 стаков не получил. Бежали. Воздушная фаза. Шреддер, Варшок, Краосен, Секс, Лол, Турбо. Вышли! Краосен, убежим! Назад! Плохо, Краосен. Прячемся, отбиваем. Справа близко. По центру. Слева близко. Убили глыбы. Быстро все глыбы. Быстрее. Отлично. Все живы. Бьем. Бежали. Хуёво, приз. Очень хуёво. Лопасос падёт, этот ангел, даёшь по нему БР.
Красена, лол, то, тухло, убивантус, дикость. Эльрей, точнее. Плохо. Как же хуёво бежит этот красен. Первый раз. Слева близко. Не убейте только глыбу раньше времени. Фридом-то дайте по Эвинар, чё она бегает? Слева далеко. Слева близко. Очень много получили дамага. Слева близко. Убили глыбы. Красен встал. Пробавший мана. Эвинар прохил. Если б на него не вешалось, он бы посмотрел бы, как вставать, и все было бы заебись. Кого-то откидывает, значит стоишь неправильно, бьешь. Побежали. Морфис, 23 стака. Шреддерс, Лопасос, Тори, Обезьян, Мидвей, Роман Страх. Вот так вот должны метки выноситься. Слева. Дима. Запоминайте, кто не выносит. Метки бейте, фулл ДД по меткам. Подбивайте метки. Слева вниз. По меткам сильнее. Все? Убили метки. Убили. Быстрее убивай метки. Шарпи стук на хп. Два процента до второй фазы. Точнее. Вторая фаза, готовимся. Шансунг налево. Милишники разбивают глыбу. Прячемся за глыбу все, разбрасываем стаки. Милишники играют по глыбам, остальные играют по боссу. Желание на центр. Кто там, блядь, заморозил? Че, босса повернул. Ну потому что близко стоял. Поджигающий холод. Аккуратно, спрятались за глыбу. Царь на хп. Бойт налево. А, не беги ко мне. Ебать, ты чё? Лебезик на центр. Нет, кружок чуть подальше. Вот сдвинулся. Нормально. Он не сбегает. Текло на хп. Быстрее. Бивантуса за хил. Сексуал налево. Звезду. Быстро. Пёлкин захил, блядь. Резать его надо. Нечем. Убивантус на центр. В центр отошли. Винар хил. Джованни на хп. Бомжи, блядь. Отбежали. Алиса, прожимку. За глыбу заныкайтесь, быстро. Да нахуй. А как это, блядь? Пробуйте добивать, XL налево.
Геру может дать. Нет. Чуть дальше отводите, не точно в метке. Кто там? Войд на центр. Центр сделай. Отошли! Разбили глыбы. Все по глыбам сыграли. Кто там, блядь? ММЛОЛ налево. Нечисто в метку, отлично. Добейте глыбу. ДНМ на центр. Близко, близко стоишь. Ага, отлично. Отошли, отошли от босса. Отошли, 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 отошли. Сдохните, блядь. Да ну, нахуй. Отпрестуй сетку, не спешите. Ничего, один хил. Легли, стопнули хил. Поворачивай в рейд. Морозь всех. Чё, объяснять? Нет, ну, блядь, видели все.